К другим темам. Путешественники из Санкт-Петербурга готовятся долететь до Северного полюса на дирижабле собственного производства. Накануне в северной столице они продемонстрировали созданный и уже испытанный ими же летательный аппарат. Правда, от классического дирижабля, эпоха которого закончилась еще в 30-е годы прошлого века, этот отличается рядом новаций. Взлететь на Северный полюс группа энтузиастов планирует в 2016 году. Практически по прямой из Санкт-Петербурга с остановками на севере Норвегии, архипелаге Шпицберген и российской полярной станции Борнео. Этот маршрут практически совпадает с путем экспедиции Умберто Нобеле и Руаля Амундсена в 1926 году. Параметры летательного аппарата, которому предстоит пролететь огромное расстояние в сложнейших погодных условиях, таковы. Длина его 40 метров, крейсерная скорость 140 км в час. Воздушное судно за раз может вместить сразу 8 человек. Аэронавты, именно так себя называют участники экспедиции, особо подчеркивают, что до работы над этим летательным аппаратом раньше никогда не видели настоящие дирижабли своими глазами. Кстати, путешественники не исключают, что часть маршрута, который пока не утвержден окончательно, может пройти через наш округ.